Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ребята, нас 1000 уже! Я нас всех с вами поздравляю. Да, Кузя? Вот такой у нас классный канал. Мы все такие дружные, все замечательные. Всем спасибо огромное за подписку, за лайки, за комментарии. У меня самые... Нет, не у меня. Это, конечно, не скромно. У нас с Кузенькой самые лучшие подписчики. Вот. А что у нас происходит? Сегодня второй день Масленицы. Прям вот... Вот красота, красота. А у нас второй день нет света. Представляете? Вчера в 20 минут 11 утром у нас вырубили свет. Ну, ладно. Стены толстые, думаем... Мы выдержим. Угу. Потом где-то, наверное, часов в 9 вечера начали нам его вроде как давать. Знаете как? Дадут на 2 минутки, потом минут на 15 вырубят. И так в течение часа издевались над нами. Потом дали минут на 40. Да, Кусь? Да. Мы хотя бы телефон позаряжали. Что мы еще сделали? А, я посуду помыла. Вот. Ну и, конечно, расслабились. Думали, что все зашибись, и все у нас будет все хорошо. Ага, не тут-то было. Где-то, наверное, в половине 11-го нам сказали, все, ребята, хватит вам электричества. И вырубили. И мы всю ночь были без света. И вот сейчас у нас время где-то почти... Время, наверное, 11:30 где-то, вот так. И света у нас нету. Я камин топлю. Да, Кусь? Что мы еще делаем? Кузя? Кусь? Не, ну Кузя-то, конечно, хорошо. Все здорово. Все прям вот... В доме прохладненько, спать хорошо. Прикольненько. Правда, Кусь? Да. Покушал, поспал. Сейчас вот гулять вышел. Нормальненько. Да, сынок? Вот, так что Масленица как-то пока мимо нас проходит. Хотела я блины, видео со своими блинами снять. У меня блины такие тоже фирменные. Я и дрожжевые блины делаю на дрожжах. Бабушка меня в свое время научила. Еще моя бабушка меня научила делать тоненькие блинчики. Ну, не знаю. Всех, кого я угощала своими блинами, все, конечно, в восторге. Хотя все умеют делать блины. А еще у меня была девушка такая замечательная, Наташа. Мы с ней как-то вот рецептами тоже обменивались. И... Я ей дала попробовать свои блины. Она очень нахваливала свои. И потом она, говорит, поняла. Она мне сказала, говорит, я поняла, что я не умею делать блины. И она начала делать их по моему рецепту. У нее, правда, получились с 5-го раза. Но ничего, какие наши годы. Выставлю, сниму я видео и выставлю я вам еще и блины. И много-много всяких рецептов. Вот. Что я еще такого необычного умею готовить? Я очень готовлю вкусно. Умею готовить рыбную солянку и мясную солянку. Это первое блюдо, это не с капустой. Это прям вот первое блюдо такое. Вот прям вот. Вот. Лазанья у меня очень вкусная. Потом чевапчичи я люблю, часто делаю. А вообще я, конечно, спасибо моему замечательному мужу, который меня периодически вывозит в какие-нибудь вкусные рестораны. А я потом дома по вкусу, зная приблизительно, какие ингредиенты входят в состав этого блюда, по вкусу воспроизвожу эти блюда дома. Вот так вот. Так мы и живем. Вот. А еще у меня необычное. Что у меня еще необычное? Вы знаете что?
напишите. Может быть, кто-то у вас тоже что-то есть такое необычное. Вкусовые пристрастия. Я, например, с детства люблю сосиски с вареньем, с клубничным. Да-да, вы не ослышались. Я ем сосиски с вареньем. Правда, для меня это очень вкусно. Кто-то с кетчупом, кто-то с майонезом. А я реально ем с вареньем. Вот. Сына своего пыталась приучить в детстве. Он попробовал, сказал: мама, вкусно, но я буду есть с кетчупом. Номер мой не прошел. Так что вот так вот. Вот такая я необычная девушка. Сосиски с вареньем. Да, Кузька? Да. Вот. Ну что у нас? У нас снега много. Сегодня минус 15. Нормальненько. Свет когда-нибудь дадут. Ничего страшного. Да, Кузь? У нас все хорошо. На участке. А, у нас же еще приехал наш замечательный помощник. Если вы помните, с кем мы пересаживали все растения. Ой. Ой. Он, конечно, у нас молодец. Он все дорожки почистил. И я знаю, что он смотрит, будет смотреть это видео. Спасибо тебе, дорогой, что ты у нас есть, что ты к нам вернулся. Так что вот так вот. Нас не бросили. Что вам еще рассказать? Ой, холодно. Короче, телефон у меня сейчас, конечно, в усмерть сядет. Я не знаю, получится у меня выставить или не получится выставить видео, но буду пытаться. Спасибо вам, дорогие мои, что вы у меня есть. А мы с Кузькой... Кузька, не дреми. А мы с Кузькой, да, будем вам рассказывать о своей жизни и делиться своими рецептами. Ну все. Всем пока. Всем мира, добра и любви. Пока.